Вопросы химчан, которые они задавали Владимиру Слепцову с помощью открытого микрофона, снова были в центре внимания на Калинина 4. В этот раз проблемы и пожелания высказали жители микрорайона Планерная. Нехватка продуктовых магазинов, пробки, транспортная доступность. Спектр широк. Тем не менее, все заносится в протокол. Владимир Слепцов ставит задачу принимать решения по каждому вопросу. Многие удается вычеркнуть из списка прямо во время общегородского совещания. Сделали тротуар, очень хороший. Поставили столбы, но свет не горит. То есть столбы есть, проводка есть. А свет не горит. Как выяснилось, вопрос уже решен. Освещение накануне было сделано. Все, что мы делаем, в том числе здесь на УГС проводим мероприятия, в большей степени реагируем на все пожелания и на жалобы, обращения, позывы жителей. Это очень великая задача для нас. Поэтому я прошу вас очень внимательно и отзывчиво подходить ко всем вопросам, которые идут в адрес ваш, в адрес администрации, в адрес депутатов, потому что мы одна единая команда.